Работают ли старые фишки на карте Мираж, но уже в новой CS2? Пойдем посмотрим. Раньше на фаербоксах была читерская щель, через которую можно было ловить противника. И на удивление это был не баг, а фишка, которая перекочевала в CS2. Такие места, если что, есть и на Б-планте, они точно так же перекочевали в новую версию. Также в CSGO я любил пользоваться прострелом на миду. Просто упираясь в этот угол и наводясь на края стикеров, можно было простреливать противников в окне. В CS2 фишка с наведением на стикеры, увы, не работает. Теперь для точного попадания нужно выцеливать вот эти места. Но если вы думаете, что геометрия карт изменилась только на миду, то увы. Раньше можно было очень аккуратно чекать апарты через вот эту щель. Такая фишка, увы, уже тоже не работает в новой версии игры. Обязательно ставь лайк, если обо всем этом ты не знал.